принц Артас. Мы ждем уже несколько часов. Вы уверены, что ваша знакомая все-таки придет? Уверен. Джайна всегда немного опаздывает. Мы должны помочь ей. Уберите оружие, капитан. Она может постоять за себя. Господа, позвольте представить вам Джайну Праудмур, воспитанницу Кирин Тора и самую талантливую волшебницу в наших землях. Похоже, ты не потеряла своей хватки. Рад тебя видеть, Джайна. И я рада, Артас. Давненько меня не сопровождал сам принц. Да уж, пожалуй. Кажется, нам пора в путь. Насколько нам известно, чума пришла с севера. Мы должны осмотреть все поселения вдоль Королевского тракта. Приветствую вас, друзья, на канале Rogue Game Online. С вами Ройс, и мы продолжаем играть в Warcraft 3. Третья глава. Пришествие чумы. Итак, в нашу компанию Картуса добавилась Джайна. Вместе с ней мы сейчас будем разбираться, что тут произошло. Артас, с мостом что-то не так. Как-то говорит она странно. За честь и отвагу. Сейчас узнаем, что там с мостом не так. Не переживай, девчонка. Это сам принц Артас. Да, девчата, это он. Кто-то с того берега сломал наш мост. Через реку можно перебраться другим путем, но теперь это довольно опасно. Ну, там, где опасность, там и мы вперед. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу. Джайна может только элементаля призывать. Разбойники, спасайся, кто может! Поздно просить, правьте город! Спасите нас! Как у нас удачно совпало. Джайна, в общем, огнем бьет. Артас бьет огнем, они просто созданы для друг друга. Конечно. Хороший план. Ну и откуда вы пришли? За честь и отвагу. Из ниоткуда, блядь. Спасибо! Примите это в знак моей благодарности. Конечно. Разумеется. Милорд, так. Здесь неподалеку есть древний источник. Согласно легенде, его святая вода способна исцелять раны. Это может нам пригодиться. Пойдем посмотрим. Конечно. Сначала надо перебраться через... Ну, конечно же, мурлоки. За моего отца. Так, ладно, Джайн, раз мы тебе дали... Я служу свет. Зелье на ману, тогда давай, используй. За честь и отвагу. Хороший план. Так, а тут что? Молот силы. Так, тогда мы вот это тоже отдадим тебе. Конечно. Нарту всего возьмем молот. Что он дает? Плюс один к силе героя. Никто не смеет предавать свет. Разумеется. За честь и отвагу. Конечно. Разбойники. Вы думали, я вас пройду? Никто не смеет предавать свет. Кстати, капитан тут усатый. Я просто так визуально сравниваю с тем, что было в оригинальном варике. Ну так, по памяти, конечно. Утверждать не буду, но вроде он был без усов. Разумеется. Что тут у вас в ящиках? Недостойная а в палатке? О, свиток защиты. Я могу помочь. Где враг? Конечно. За честь и отвагу. Обязательно сначала сходим на источник, посмотрим, что там. Контрольная точка. Сомкните щиты, стрелы не пробьют их. Защищайтесь. Скелеты? Уничтожьте их, немедленно.
первое порождение армии Плети. Вот мы и встретились. О, Джайна, хорошо. Так, скрайдер генерации маны призывает волны. Будем в домах собирать. Блин, протычил одного бойца моего убить. Что это за твари, сержант? Нежить, милорд. Весь город словно обезумел. Мы старались защитить жителей, но... Мы найдем источник всех бед. Ты правильно. Пошли вместе. Конечно. Пехотинцы владеют способностью защиты, которая уменьшает получаемый урон. Так, вот этот мост разбитый. Разумеется. О, скелетик вылез из ниоткуда. Хороший план. Вот это поворот. Хороший план. Конечно. Так, но мы дальше не идем. Разумеется. Артас может использовать свет небес, чтобы наносить урон нежити. Кажется, будто земля вокруг амбара пропитана смертью. Думаешь, зерно заражено чумой? Надеюсь, что нет. На ящиках печать Андорала, торговой столицы северных земель. Я даже представить боюсь, сколько городов и деревень будет охвачено чумой, если зерно действительно заражено. Я разберусь. Не надо придумывать. А, фонтан здесь, иди, ребята. Что ж вы мне не сказали, что мы не туда идем? Зелье маны. Я обо всем позабочусь. Ощути мой гнев. Джайна, пора призывать своего дурочка на помощь водяного. Поздно просить пощады. Конечно. Разумеется. Хороший план. Ну и конечно же, у скелета хранили. За моего отца. Должно быть, это и есть тот источник, о котором говорил старик. Любой, кто выпьет воды, освященной божественным светом, будет исцелен. Отлично, похиляемся. За честь и отвагу. Разумеется. Блин, я до сих пор себе не могу. Конечно. Простить, что мы потеряли хороший одного план. Воина, как я провтычил. Его ХП не полечили, до сих пор не знаю. Честь и отвагу. Наверное, просто был невнимательный. Разумеется. Меня эти дебилы щитами сбили. Разумеется. Хороший план. Конечно. А что в ящиках? За честь и отвагу. А, в ящиках армия Плети. А, так амбар можно бить. Вот это поворот. Разумеется. Судья свершится. Конечно. На лучнике оно. Используем туда ваш прикол. Где враг? Поздно просить пощады. Ух ты, армия Плети, это даже есть. А его можно гахнуть? Вот. Да, можно. Блин, с этими. Чуть опять своего воина не потерял. Недостойное создание. За честь и отвагу. Еще раз я полечу, пацаны, вы уже не используйте щиты, используйте, все, хватит. Свет благословляет меня. Разумеется. Хороший план. Конечно. Конечно. О, дружочки. Мы жрецы из Кельталаса. Мы прибыли, чтобы исцелить эту землю от проклятия. Мы высоко ценим великодушие эльфов. Думаю, вам известно, что на окраине этого поселения есть еще один амбар. Он тоже может быть заражен этой странной чумой. Мы заглянем туда. Новый тип поиск. Жрец, это маги поддержки, владеют исцелением. За честь и отвагу. Ощути мой гнев. Разумеется. Конечно. Ух ты. Мортиры. Разносим этих поганых скелетов по костям, сэр. Горящий город прямо кишит ими. Мне нужна ваша помощь.
Нужно уничтожить амбар на окраине города. Вот и мортира у нас появилась. Тем временем Артас уже уровень заюзал. Так. Свиток исцеления можно взять. Даргал. Я служу свету. Так, ну а те, может, лекари сами его выхиливают? Пойдем чуть ниже. Мантия интеллекта. Вообще-то, конечно, Джайне надо. Давайте. Интересно. Возьмем ей, но... Не сильно я в этом... Восторг. Испытываю, потому что Джайна-то у нас сегодня она есть, завтра ее нет. Но в том плане она не в каждой главе с нами будет присутствовать. Конечно, был приоритетнее чисто Артаса одевать. Хороший план. Разумеется. Конечно. Нас раскрыли. Уходите и продолжайте действовать по плану. Увы, я не могу удостоить вас беседой. Дела не ждут. Кажется, это создание, собранное из кусков разных тел. Давай сначала убьем его, а потом уже изучим. Ганище. Я разберусь. Разбирайся. И желательно поближе. Тише. Я помогу. Дай мне подумать. Мы в поганище можем вот так сделать. А ты можешь заюзать свиток защиты и хил. Уничтожьте амбар. И в принципе мы все живы, все здоровы. Ага. Вурдалаки. И они тут прикольно выглядят так. Блин, мортиру убивают, а вы смотрите. Этот маг в черном. Думаю, это был некромант. Наверняка эта эпидемия дело рук его прислужников. Готов поспорить, что мы встретим его в Андорале. Там мы и найдем ответы на все вопросы. Вот так вот, ребятки. Победа. Ой-ой-ой. Ошибка при обработке запроса. Прощаем. Дальше у нас глава 4, культ проклятых, на следующий день неподалеку от Андорала. Ну а это уже будет следующее видео. Всем спасибо, ставьте лайк, дизлайк, пока.